1 сентября – всем известный праздник знаний, начало нового учебного года. А вот посвящение в гимназисты бывает не у всех. Как проходит этот день в Вятской православной гимназии, расскажет Кирилл Солятин. Посвящение в гимназисты Вятской православной гимназии традиционно проходит в день гимназии. В этом году учебное заведение празднует 15-летие. Выступление ребят из старших классов, выпускников и напутствие учителей – неотъемлемая часть торжественной программы. Одно дело 1 сентября, когда мы тут все вместе, и их не разглядишь за толпами. А другое дело, когда они впервые вот так выходят, и мы все на них смотрим, радуемся, что такие хорошие, умные, красивые, веселые ребята и талантливые, потому что мы ждем от них какого-то тоже номера. Поздравления. И мы радуемся, что вот такие ребятки влились в нашу гимназическую семью. Ольга Огородникова – выпускница православной гимназии. Посвящение в гимназисты у нее было больше 10 лет назад. Но этот день до сих пор для нее особенный. Празднично, очень-очень по-доброму. Вот я сейчас нахожусь, да, здесь на концерте тоже. Что-то настоящее здесь есть, да. И это настоящее вот в нашей гимназии всегда было. И когда я первый раз пришла, что меня захватило, вот это вот настоящее. Долгожданный момент, к которому ребята готовились с 1 сентября – получение значков гимназистов от старших товарищей. Теперь первоклашки могут с гордостью носить звание гимназиста. Кирилл Сосолятин, Максим Козлов, Вести, Кировская область.